Сегодня у нас 5 июля, перед обедом. Так, отойдите, ребята, чтобы я видел, что снимают. Пропустите день Володю. Да. Папарацци. Это называется сжигание. Папарацци. Колорадских жуков насобирали. Вот сейчас бензину и солярки. Ты объясни, что такое-то? Ну, я объяснил. Колорадских жуков сжигаем, бензином полили, соляркой. Да. Это железная палочка, ей подшевеливать. Ветер дует, мы спрятались за коноплю, и ветер даже нисколько не касается тут. Вот столько любителей зрелищ. Думаю, что несовместимо с образом жизни. Да, конечно, тут все уже. Они уже от одного бензина с соляркой уже подыхают там. Это их просто... А ребята воды налить начинают, что попало. Вот видишь как? Все. Встаньте маленько в сторонку, что ветер не дул на вас. Вот так в огне вечном люди будут мучиться грешники, когда не примут Христа. Это проповедь. Они, видишь, жуки никакой пользы не приносят, а только вред. Вот есть люди, которые только вред приносят. Как долго горят-то они? Вот. Там ужарили. Теперь лучше будет им гореть там. Меньше будем терпеть, лучше будет. Это интересно, да? Да. Интересно, как они умирают. Интересно очень, как они умирают. Маша, ты такая добрая девочка. Да, ты очень добрая. Маша, да, это насекомое. Я доброты. У колорадов нету естественных врагов. Ну, в России. Потому что они сами-то акклиматизировали. Врагов там остались. Их враги единственные, а мы люди. Потому что они нам вредят. А мы не вредим. Вот у меня аппарат не попал. Есть не подходи. Не подходи близко, это все отразится на стекле. Кадры страшные, непонятно. А так будут гореть все, которые моды придумают. Платье вот эти вам разрезают, юбки. Садом горели все. Мы каждый день это видим. Это как бы оно погасло, а я наклонил, оно уже не гаснет. А то их много, они друг за другом могут спасаться там, а тут нет. Все сгорят. Говорит, огонь негасимый, а то-то гасимый. Все. Вот они целые набирали сегодня. Сколько было человек? Человек пятеро было? Четверо, говорят. Четверо было? Да. Четверо до обеда набирали. Вот набрали сколько, смотри. Не считаю, что это. Мешать. Перестал мешать, она гаснет. А тебя начинаем мешать. Железный стержень. Он не горит. Пока это не видно. Солярка с бензином. Смесь хорошая. Долго горит. Ага. И очень опасная вещь. Конечно, опасно. Обольешь дом с соляркой с бензином. Спичку только скинешь сразу чертаку.
Еще нет домика. Меньше будет гореть. Это поставить. Дядя Володя, да. Насколько это трактор был синий? Что? Не касторка, это просто было синее. Солярка. Теперь надо проверить, живые они или нет. Уходим. Это как Авраам вышел, да, и смотрел там, как дым поднимается от сожженных городов. Жуки приготовленные. Ага, не только да навряд ли. После такого огня гиенского. А потом собрать и туда в яму он сунуть. Где яма у нас, Володя? А? В яму то их лопатой собрать отсюда. В одном где, месте сжигать надо. Где стекло, да? Жуки, вот хоть один шевельнется, значит они еще есть. Еще раз дойду буду. Посмотрите. Хоть один признак жизни подает? Аккуратно. Нет. Значит, правильным путем идем, товарищи. Все умерли. Не трогать, пусть так и лежат теперь. А потом соберет лопаточку. Опять вы имеете в виду, где стекло, да? А? Где стекло? Да. Все.